Территория между домами 1 и 3 по улице Ольховая. Здесь и раньше была детская площадка, но плохого качества. Устанавливал ее еще застройщик лет так 10 назад. Местные жители давно жаловались на состояние игровой зоны. И только в этом году, благодаря усилиям администрации Ленинского городского округа, началась долгожданная реконструкция. Жители домов участвовали в обсуждении детских площадок, были учтены все, практически все их желания. Мамы очень довольны были, высказывали свое мнение, предлагали. Управляющая компания также участвовала в первоначальной разработке проекта. По этому проекту и строится часть детской площадки. Площадка будет ограждена забором. Будут сделаны подходы из твердого основания. Между домами 1 и 3 рабочие монтируют целый детский городок со скалодромом, горками и качелями. Новая детская площадка будет отвечать всем требованиям безопасности. Прорезиненное покрытие, информационные стенды. По завершению реконструкции здесь появится не только детская игровая зона, а еще современная большая песочница для совсем маленьких и спортивная площадка для любителей активного образа жизни. Такая же масштабная реконструкция проходит и на другой территории между домами 9 и 11 по улице Ольховая. Все то же самое, за исключением дизайна детской игровой зоны. Он выполнен в морской тематике. Спортивные площадки оснащены брусьями и турниками. Расходы на реконструкцию взяла на себя администрация Ленинского городского округа. Работы выполняет муниципальная организация «Дорсервис». Одновременно у нас будет комплексное благоустройство проходить между домами Ольховая 4 и Березовая дом 3. Не только благоустройство именно детских игровых площадок, но еще будет озеленение, будет переукладка асфальта в районе дома номер 4. Сейчас у нас очень в плачевном состоянии дорога. На Ольховой работы завершатся предположительно к середине июля. Помимо всего прочего, на обеих площадках появятся зоны отдыха с лавками и урнами, а также новые пешеходные дорожки и ограждения. Управляющая компания взяла на себя озеленение территории. Планируется посеять газон и высадить кусты и деревья. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.